Привет, друзья! С вами, как всегда, онлайн. И в этом видео я вам покажу, как восстановить удаленные сообщения ВКонтакте. Но прежде чем мы начнем, не забудь подписаться на мой канал и не пропусти новые видео. Погнали! Давайте первым делом удалим несколько сообщений, которые мы позже будем восстанавливать. Итак, заходим в любой диалог. Так, и удаляем, к примеру, это и это сообщение. Так, что делаешь? Собираюсь видео снимать. Так, то есть это два сообщения в контексте в середине переписки сегодняшней. Так, я их удаляю. Смотрите внимательно. Удаляю два сообщения и обновляю страничку. Вот, данных сообщений нет. Теперь нам необходимо установить вот эту программу и открыть ее. Я ее уже установил. Ссылочку на установку, на скачку я оставлю в описании под видео. Так, открываем данную программу. Здесь нажимаем «Войти». Так. У меня здесь сразу идет авторизация. У вас будет авторизация через логин и пароль ВКонтакте. Не бойтесь, данная программа не ворует пароли, логины ваши. То есть я авторизовался и все порядок. Так, нажимаем «Разрешить доступ к вашей страничке». Так, и вот программа открылась. Здесь мы нажимаем «Восстановить сообщение». Еще один важный момент. Сообщения можно восстановить только те, которые были удалены не более 24 часов назад. И второе. Полностью удаленные диалоги восстановлению не подлежат. То есть конкретное сообщение, да, полностью диалог восстановить уже невозможно будет. Так, здесь мы нажимаем «Начать восстановление». Так это займет некоторое время, поэтому я видео поставлю на паузу. Вот, подождав не более 5 минут, мне выбросило вот восстановлено сообщений 2. Вы можете дождаться окончания проверки, восстановления всех сообщений, но я удалил всего лишь 2 сообщения, поэтому могу нажать «Завершить восстановление». Так, нажимаем «Завершить восстановление». Так, есть. И давайте обновим, посмотрим, восстановились ли наши 2 удаленных сообщения. Так, обновляем страничку. Вот, что делаешь, собираюсь видео снимать. В середине, в контексте, вот сегодня, все, порядок. Если это видео было для тебя полезно, ставь палец вверх и не забудь подписаться на мой канал. Всем пока.